Севастополец Антон Шкаплеров возглавит 66-ю международную миссию на борт космической станции, которая стартует в октябре этого года. О подробностях грядущей работы он рассказал в эфире телеканала НТС. Это будет четвертый раз. Я лечу, ну, как обычно, командиром космического корабля, командиром международного экипажа. Я буду командиром международной космической станции. Ну, обычно это длится около полугода, я уже не помню точно, сколько будет дней, пока планируется. Ну, знаю, что это примерно там, весной я должен в апреле вернуться. Как рассказал Антон Шкаплеров, на эту миссию запланировано начало испытаний углеродного композита, нового материала, разработанного Белгородским государственным технологическим университетом и Центром подготовки космонавтов. Инновация позволит защитить специалистов, находящихся в космосе, от воздействия повышенного уровня радиации. Будет доставлено на станцию определенное количество, ну, может быть, 2, может быть, 4 именно датчиков, которые замеряют радиационный фон. Одни датчики будут, половина их, скажем так, будет завернуты в эту ткань, половина нет. И на какую-то периодичность, я думаю, раз в 2 недели, раз там в месяц, я буду снимать фоновые данные с этих датчиков, то есть которые защищены материалом и не защищены. И, естественно, мы будем иметь данные о том, работает материал в космосе или нет. Подробнее об эксперименте, а также о том, как космонавты готовятся к полетам и какие психологические испытания проходят еще на этапе отбора, Антон Шкаплеров рассказал в новом выпуске программы «Актуальное интервью», премьеру которого смотрите в эфире телеканала НТС 23 февраля.